Слушай сюда, Берт. Никто тебя не любит. Никто никогда тебя не полюбит. Добро пожаловать в удивительный мир магии! Ух ты! Все любят фокусника, и я тоже люблю вас всех. Хочешь быть моим ассистентом больше всего на свете? 30 лет спустя. Я Берт Уандерстоун, а я Энтони Марвелтон. Но вы, конечно же, это знаете. Ваше шоу — дерьмо. Что? Стив Грей — это будущее магии. Да какой из него фокусник? У него даже костюма нет. Уверен, вы видели тех, кто может пройтись по раскаленным углям, но вряд ли вам доводилось видеть того, кто может провести на этих углях ночь. Нам нужна свежая идея. Так вот куда все артисты приходят умирать. Они либо чокнутые, либо дряхлые. Дайте-ка ненадолго. Смотрите внимательно. Что ты наделал? Я фокусник, должен был раньше вам это объяснить. В этом марте, в Эренс Холлоуэй, в детстве у меня был ваш магический набор. Я верну тебе деньги. Теперь ты это тоже чувствуешь? Вот почему ты стал фокусником. Как вам удалось? У этой птицы не все кости есть. То, что ты делаешь, это не волшебство. Улетающий лист всегда боится осеннего ветра. Такие вещи печалят меня. Нам нужна какая-нибудь великая иллюзия. Вы, Берт Уандерстоун, собираетесь находиться в боксе целую неделю? Прошло только 20 минут! Самый крутой фокус за всю историю. Стив Кэрролл. Стив Бушеми. Оливия Уайлд. А также Алан Аркин. И Джим Керри. Его мочевой пузырь полон уже 12 дней. О чем вы думаете сейчас? Мне очень нужно по-маленькому, Ричард. Невероятный Берт Уандерстоун. Настало время для последнего исчезновения. Куда он пропал? Лучший мир. Прощай, Рэнс. Он под кроватью? Я знаю. Март 2013-го.